Приветствую тебя на канале Just Fun. Помни, что здесь ты найдешь самые интересные истории со всего мира. Так что подписывайся, если ты еще не с нами, и жми на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. А теперь перейдем к видео. Измаэль Гилберт – молодой сотрудник супермаркета Target, который стал известен в интернете после того, как история о его поступке по отношению к одному из клиентов стала вирусной. Этот 19-летний юноша был вежлив и терпелив, когда обслуживал пожилого человека в супермаркете, расположенном в городе Глендейл, штата Индиана. В очереди находилась Сара Овен Миллер, которая была свидетелем благородного поведения Измаэля. Она была так взволнована увиденным, что поделилась этой историей в очень эмоциональном посте в Фейсбуке. Женщина была в магазине со своими двумя детьми, которые вели себя достаточно беспокойно, и поэтому она не могла не выйти из себя, когда стоящая впереди пожилая женщина стала медленно перебирать монеты на своей ладони. Но в этот момент кассир преподал ей урок настоящего терпения. Он помог женщине пересчитать деньги и был с ней максимально любезен. Пост Сары стал таким популярным, что журналисты из местной газеты Indianapolis Star решили взять у кассира интервью. Парень сказал, что всего лишь выполнял свою работу. Ему было приятно, что он стал известен за свою хорошую работу, но в этом нет ничего отличного от того, что он делает каждый день. «Я со всеми покупателями веду себя одинаково, так, как я считаю правильным». А вот как описала произошедшая женщина. «Одна часть меня, та часть, которая была такой уставшей после долгого рабочего дня, та, у которой в тележке была куча продуктов и двое детей, которые уже начали себя вести плохо, начала злиться на эту женщину и на то, как много проблем она приносит остальным этой задержкой кассира. Но в этот момент я увидела, как кассир помогает ей сосчитать монеты, так дружелюбно берет монеты из ее дрожащих рук, постоянно повторяя ей: «Да, сеньора, конечно». В этот момент мои дети стояли рядом и получили ценный урок терпения и дружелюбия. Свой пост она закончила такими словами: «Если однажды ты встретишь в Таргете Измаэля, то улыбнись ему. Миру нужны такие люди, как он». Странно, такое поведение, которое для этого юноши является обычным, невероятно для многих из нас, живущих в этом мире полном стресса. Я лично не раз видел, как кассирши в супермаркетах фыркали и неохотно обслуживали пожилых людей, потому что они долго собирали монетки, чтобы заплатить за товар. Да и не скрою, сам бывало думал: «Бабушка, ну давай уже побыстрее». Но в следующий раз я вспомню историю Измаэля. Также радует, что дети женщины, опубликовавшие пост, видели его поступок и усвоили важный урок о том, что нужно быть терпеливым и добрым с пожилыми людьми, ведь они заслуживают нашего уважения. Спасибо за то, что посмотрели это видео. Я буду благодарен, если вы поделитесь им со своими друзьями и близкими. Всем хорошего дня и до скорого!